Второй принцип – это практика. Вот это то, что я из своего опыта взял. Я изучал слова и тут же их применял. Правильно, неправильно. Я пытался везде разговаривать, разговаривал с африканцами, пытался говорить с теми ребятами, которые более-менее изучали английский язык. Везде, везде, везде применял, говорил, озвучивал, пытался слушать иностранные песни, читать иностранные журналы. Везде, где только мог я достать, увидеть, либо что-то написанное на английском языке, либо услышал что-то, где я могу что-то услышать на английском языке, либо я с кем-то поговорить, я сразу же применял весь свой словарный запас. Независимо от того, много у меня было слов, мало, знал я правила, не знал правила, криво, косо, не имеет значения. Практика – это основа запоминания.